Так, добрый день всем. Получил вот такой манольчик. И идет еще один. Чисто ради эксперимента, ради интереса протестить в августе, в сентябре по утке. К вопросу, что у меня из манков осталось. Осталось вот эти. Остались. Этот под вопросом, потому что я его еще не тестил. И интересно посмотреть, как он будет работать. Нет, а вот эти как бы буду продавать. Значит, маночек. Тау Тимбер. Одноязычковый. Здесь должна быть система SpeedTech. Ну, что понравилось, давайте посмотрим. Это то, что здесь вот есть колечко. Хотя оно 300 лет как бы не нужно. Смотрите, как здесь все красиво. Надпись Бака Гарднера. Таутимбер. Здесь надпись. Что я вам скажу по манкам? А я вам скажу следующее. Кто хотел купить манки, покупайте сейчас. Почему? Ну вот, например. Да, кстати, там, где я его брал, его уже нету. Сейчас. Потому что с манками у нас что происходит? Они пропадают. И... Ой, не то нажал. О, вот смотрите. Сайт DuckPro. И все. И манков нету. Ребята, вы помните, сколько здесь их было? Ну, несколько месяцев назад. Ну, пусть в сентябре там, да. Все, вот раз 6, 9, 10, 12 манков. Всё. Я вам могу показать и другие магазины, где уже манков тю-тю совсем. Ну вот в М-охоте еще как бы есть. Вот. И здесь он еще есть. Здесь вот еще выбор как бы есть. Ну, что-то вот такое интересное складывается. Интересная ситуация, что либо санкции, либо... Что-нибудь еще, какие-то подставки. Да, кстати, сейчас я вам еще покажу, чтоб вы точно. Так, по поводу этого манка, он есть на вот этот именно. Пролистал, по-моему, тут синенький. Вот он, Таутимбер. Искал глазами зеленый, но он тут синенький. Дак эксперт. Манки на утку. Помните, сколько здесь было манков? Все виды, все, одноязычковый, двух, тимберы у меня здесь все. И где они? А, одни торнадо? И все. То есть, я так понимаю, вот эти звуковые узлы перестали поставлять эхо. И здесь манков, именно тимбер, нету. Их нету, видите? То есть, и цены, кстати, подросли немножко. Где-то здесь был один тимбер. Ну, я его уже его не покажу. То есть вот, вот вам наглядный пример. Есть и другие магазины, где вот эти вот маночки пропадают. А вот этот маночек просто везде, где он был, его везде размели просто. Просто, наверное, за месяц во всех магазинах его не стало. Так, крякнем в него, сравним. Значит, собираем назад, и вот наша вода теплая. Мне интересно его залипание. Потому что здесь заявлена система SpeedTech, хотя вот здесь вот ее не указано почему-то. Но пишут, что она якобы здесь есть. То есть, смотрите, здесь вот эта часть, это Настя, это Spitfire один в один. Язычок быстрее всего Spitfire, наверное. Второго здесь нет. Тоновая доска, вот это все Spitfire. А вот эта вот часть, это старая Настя. Вторая, по-моему. Ее здесь вот здесь меньше сделали. И вот такой формы. То есть, получился вот такой манок, да. По звуку, как Настя. По крайней мере, в моем виду ведут. Я, конечно, не умею, как уже оказалось. Ну вот, сравним вот этот и сравним вот этот. И посмотрите, при одинаковом виду, я какая разница. Давайте попробую, не знаю, что-нибудь сыграть. Не получится у меня, конечно. Ну, короче,
По крайней мере, в моем исполнении в этой же комнате Настя номер 3, один в один. Только один лепесток, и он заводится немножко тяжелее. Слушайте. Слышно? Он продувается. Вот я чуть-чуть дую, он продувается, а потом начинает крякать. Вот, вот чуть-чуть дуешь, ну, к семье как бы, и он начинает крякать. Ну, один в один звучит, как Настя. Ну, давайте вот этот при том же выдуе. Все тот же, манильщик тот же, выдув тот же. Но лучше по звуку вот этого манка я, наверное, еще не слышал. Он сразу хрипит, он сразу крякает более-менее реалистично. Это просто бомба. Ну, цена, конечно, тоже бомба на него. Слышите, как он звучит у нас? Хрипит, захлебывается. И примерно то же самое в этот. Продувается он тяжелее. Ну, теперь ладно. Давайте еще раз. Вот, сильно дую. Слышно, вот у нас хрипит. Самое интересное, бульк, бульк, бульк. Поплавает в тепленькой водичке градусов, ну, 45, наверное. Почему тепленькая? Тепленькая, так сказать, агрессивнее. К вот такому тесту на залипание холодное немножко не то. И вот так мы его пробуем продуть потихонечку. Запись идет. Слышно. О, продулся. Ребята, ну, я вам скажу, не будет залипать. Не будет. Ребята, не будет он залипать. Почему? Потому что я немножко в него выдул, и он сразу заводится. Вот, я тихо дую. А вот теперь смотрите, если я просто сразу дуну, как бы, как должен быть кряк, его прорвало. Залипать он не будет. То 100%. На охоте, вот тем более, вот видите, я его окунаю в теплую воду, когда много воды, слюна будет все равно сходить через вот это отверстие, он залипать не будет. То есть, мое мнение, он хороший манок, кто умеет крякать. Для меня вот тот самый лучший. И вот этот. У меня вот все равно в Duck Commander получается лучше крякать. Ну вот так вот он как-то звучит. Слышно? Какая разница сразу? Вот такой маночек протестим скоро. Ну, не знаю, вот эти я в любом случае распродам, вот эти. Я оставлю вот этот, и мне еще один идет. Мне очень российский, так сказать. Мне очень интересно, как тот будет залипать, не будет. Двухязычковый я взял, и попробовать его на охоте, потому что много мнений. У меня он был, но он был у меня одноязычковый, и он не работал вообще. Я взял двухязычковый, и производитель уверяет, что этот манок работает даже без горла. То есть вы в него дуете, он даже звучит лучше. Вот посмотрим. По крайней мере, в моем случае лучше вот этого пока ничего не звучит. Он прямо аж хрипит. Так. Так, ну вот такие маночки. Ну, что, манок порадовал, залипать он не будет 100%. Этот, конечно, наверное, будет. Ну, слышите, какая разница? Ой, так. Вот такие маночки, вот они. Ну, этого сделаем тест, и этого сделаем тест. По звуку, конечно, мне вот этот просто вообще... Ну, больше всех нравится.
И вообще, и этот Ducky Commander, как-то они легче на выдум не получается у меня вообще дуть вот в эти в бак, а что-то я не то делаю. Вот, вот такие маночки. Кому интересно, этот залипать не будет, то есть можно брать, если умеете играть на одноязычковом, то брать можно смело. Если нет, то тогда уже брать что-то другое. Осенью, не знаю, будет работать, не будет, потому что Настя по звуку. А вот весной, он по селезню, я его весной проверю. И этот, по селезню будет бомба. Так что, вот такие маночки, вот такой Tall Timber наш. Скоро получу еще один, и будем тогда уже на речке тестить, как растает. Все.